Старейший роддом Махачкалы номер один после капитального ремонта вновь готов принимать будущих мам. В здании отремонтировали палаты, приобрели удобные кровати и комфортные матрасы. Но самое главное – закупили новое высокотехнологичное оборудование. Полностью обновили отделение реанимации новорожденных, благодаря чему здесь выхаживают недоношенных и малышей с экстремально низкой массой тела. Беременные женщины могут пройти полное обследование, лечение, наблюдение в период беременности, послеродовое восстановление. Первые роды у меня были в 2018 году, и сейчас, то, конечно, условия улучшаются, то есть сейчас намного лучше. С каждым разом, вот 2018, 2020, 2022 год у меня, я здесь пребываю, то есть с каждым разом все лучше и лучше. Большой объем работ провели в центральном стерилизационном отделении. Полностью заменили автоклавы на новые современные модели. Это позволило обеспечить гораздо более высокое качество соблюдения инфекционной безопасности в стационаре. В прошлом году в первом роддоме на свет появилось более 5000 малышей. Все большее развитие приобретают щадящие методы родоразрешения. Например, практикуются естественные роды после кесарева сечения. За то время, которое, вот, ну, скажем так, вот 5 лет, если мы возьмем, то за это время роддом небывало изменился. Светлые помещения, в которых был сделан очень качественный ремонт, это наглядные пособия для женщин, это приобретение нового оборудования, это обучение медперсонала и изменения в работе.